Прокуратура железнодорожного района инициировала проверку по факту размещения на территории парка Барнаульская крепость кальянной. Напомним, заведение работало несколько месяцев, а на днях экстренно закрылось. Как выяснили наши корреспонденты, кальянная под таким же названием имеет еще одну точку в городе, на улице Лазурной. Наша съемочная группа накануне пообщалась с ее сотрудниками, которые не подтверждают факт, что на территории парка Барнаульская крепость размещалась именно их заведение. Хотя на официальном паблике компании в социальной сети есть ролик о летней веранде в парке. Ваша социальная сеть? Вот колесо обозрения. То есть это вы не можете подтвердить, что это то самое заведение? Я не знаю, не сказал же, никакой информации я давать не буду. Кстати, на наш вопрос, как связаться с директором заведения, нам вновь не ответили. Хотя в прокуратуру и не поступала жалоба со стороны родителей детей, отдыхающих в Барнаульской крепости, по факту размещения курительного заведения в парке аттракционов проведут проверку. А мы тем временем ждем ответов на наши запросы от Роспотребнадзора и районной администрации.